Γνωρίζουνε, δόν πολσόβο τραύρα. Прошел год, когда на новой земле Америки, вдали от могилы безвременно ушедшего мужа Романа Ревича, вдали от могилы родителей предков, нашел свой вечный дом и покой мать пятерых дочерей, бабушка, многочисленных внуков и правнуков. Славная дочь рода Машеевых, Люба Мазалтов Машеева, Абрамова. Прошел год, но эхо той трагедии до сих пор не угасает в сердцах детей, брата, сестры, родственников. В последнем номере газеты «Бухарин Таймс» на целую страницу там большой некролог, посвященный годовщине смерти Любы Машеевой Абрамовой. Я внимательно несколько раз прочитал этот некролог. В этом некрологе человек находит гордость и любовь к матери. В этом некрологе человек находит протест против этой смерти. В этом некрологе я нашел истерзанное горем сердца дочерей, стонали и рыдали.